Этого карпа, пожалуй, можно назвать золотым. В здешних прудах он никогда не водился. Промышляли рыбаки окунем да подлещиком, но карп – виданное ли дело? Задумал как-то главный рыбовод Григорий Степанович Крылов побаловать земляков этой удивительной рыбой. Запустил в пруд мальков, те дали приплод. Понравилась рыбакам рыбка, да спрос, как говорится, опережал производство. Требовался рыбий инкубатор. Грамотный промышленный уход за карпом. Руководители хозяйства оценили идею Крылова. Построили рыбанариум, пригласили специалистов. Стало на поток искусственное осеменение рыбы. Теперь проблема рыбного поголовья решалась практически полностью. В нерест уменьшалась опасность потери значительной части икрины. А раз так, то и пруд будет с рыбой, и рыбак сухой. Другое волнует Крылова. Сколько таких почти безрыбных прудов и озер в Удмуртии? Десятки, а может и сотни. Почему бы и в них не разводить карпа? Рыба неприхотливая, размножается быстро, польза государству прямая. Вопрос в другом. Кто подхватит его дело? Приезжали как-то на практику студенты Института рыбоводного хозяйства. Восхищались доморощенным карпом. На вопрос, будут ли они в своих хозяйствах разводить рыбу, ответили уклончиво, если условия позволят. А пока проблема рыборазведения бьется на мели, словно только что выпущенный карп. Он-то доберется до глубоких вод. Получит ли прописку идея Крылова на соседних озерах и прудах? Вопрос остается открытым. И пока лишь в Пихтовке можно видеть своеобразный катер, с которого кормят рыбоводы своих питомцев.